У нас раннее утро, и мы решили пойти на море. Смотрите, еще все закрыто, нет суеты, нет зазывал, которые кричат: пойди, посмотри, просто так посмотри. 100% скидка, говорит. Ага. Всем доброе утро, мы находимся на пляже Клеопатра. А чё не купаешься? Спросили сейчас, сколько стоят шатры. Большой шатер стоит 200 лир. Маленький шатер стоит 100 лир. Но маленький он вообще никакой. Там два лежака. И все. А большой он красивый, удобный, но 200 лир это перебор. Можно номер на сутки снять. Ну да, как номер в отель. Завтра. Причем не входит сюда ни чай, ни вода, вообще ничего. Мы сегодня пришли на другой пляж, и нам он не нравится. Клеопатра как-то поприкольнее, там камушки, мелкая-мелкая галька такая, а здесь песок, и он грязный. Улица баров и ресторанов. Олежа прочь, чтобы я сказала город. Это город Аланья. Финальные цены. В общем, на все, кроме джинс. На джинс скидок нет, но они и так здесь недорогие.
от 14,95 до 20,95 все футболки. Выбор большой, цвета тоже разные абсолютно. Шорты 39,79. Льняные хорошие шорты. Мне, к сожалению, не подошел фасончик, а так шорты очень классные. Джинсовые шорты 69,95. Вот от 39,95 до 79,95. Классные тоже шорты. Сарафанчик 49,95. Платьишки от 39,95 до 59,95. $49.95 рубашки, $59.95. В общем, рубашки от 39 лир до 69 лир. Расцветки тоже совершенно разные. Смотрите, в горошек красивая. Такие есть, просто белые. Тоже в горошек красивая. Полосочки. А вот эти очень классные еще, они с резиночкой. Как кимоно, а просто белые, ну тоже 69,95. Еще цены на футболки 14 лир, 29 лир, тоже разноцветные всякие, в полосочку, и белые, и синие, и желтые, в общем, любые расцветки. Комплект маечка и плавки 39 лир стоит. Плавочки 29,90, 3 штуки там. Сейчас вам покажу, что я купила, и с нас взяли 169,90. Я что-то не пойму, почему так мало. Я столько всего напокупала. Олеж, ну пошли, пошли, выходите. А почему такая сумма маленькая? Маленькая? Ну да. Ну, потому что столько мы купили на скидке. Ну иди, одни джинсы столько стоят. Вот, 170 джинсы, 170. И за все остальное еще 192. А, и того? Короче, ты 360 лир за все отдала. В общем, я сейчас вам покажу, что я купила, и за все мы отдали... 360 лир, это чуть-чуть меньше, чем 4000 рублей. Ага. Ну, я купила классные джинсы, футболки и пару джинсовок. Сейчас я вам покажу все. У-ху! Круто! И все в Коллинсе, фирма. Да, и все в Коллинсе, все, такой магазин хороший. Прям я довольна. Хорошо погуляли? Да? Да. Сейчас покажу, что я купила в Коллинсе. Джинсы. Обычные классические джинсы. Очень классные, хорошо сидят, плотные, я люблю такие. Футболку, обычная белая футболка, потом, что это, я не знаю, ну, джинсовка укороченная, с короткими рукавами, раньше это называлось летучая мышь, она широкая и очень прикольно сидит. Потом футболка обычная, черная, рубашка джинсовая, очень легенькая, и еще одна футболка такая с принтом. За все это я отдала 3900. По питерским меркам это вообще халява. Ну и дешевле, чем в Батуми тоже. В рублях 3900. В рублях 3900. Помогает мне.